Ну что, начинаем? Да. Да. Так, значит, хорошо. Четыре мнения. Значит, белая. Ладно. Ну, понятно, что это либо аналитик Робеспьера, либо хозяин Бульки. И особенность людей с этой функцией заключается в том, что они внутри себя строят обычно логическую систему, такой упорядочивающий весь мир. То есть весь мир – логическая система. Причем для них это настолько естественно, ну, каждый человек себя отождествляет первой функцией очень часто, что когда у человека спросишь, а вот для вас это такая целостная логическая система, говорит, некоторые отвечают, да, конечно, а разве может быть иначе? То есть мы настолько обусловлены первой функцией, что трудом представляем, что могут быть другие способы мышления. Ну вот для логических интровертов это особенно характерно. Ну и это, конечно, глобальность, она вот бывает такая объемлющая. То есть строй, чем крупнее, как говорится, функция, тем глобальнее ее построение. И вот, например, люди, которые знали академика Сахарова, они говорили, что у Андрея Дмитриевича он ворочал такими логическими глыбами или блоками, что другие просто не были в состоянии уследить за ходом мысли, потому что он слишком глобально и слишком объемно подходил к какому-то вопросу, и когда это рассматривал, то есть за ходом мысли никто не мог проследить. Могли проследить только за результатом. А результат уже проявлялся по второй творческой интуиции возможно. То есть вот настолько мощный был вот этот объем операционный. Ну, аналитики строят систему, строят конструкции, хозяева обычно строят социальные конструкции, социальные системы. Это может быть государство, это может быть завод, это может быть очень много управленцев. Естественно, среди коих вот и наш опыт показывает, что действительно, особенно если речь идет о централизованном производстве, да тем более крупном, иерархическом, там обычно всегда вторая квадра, и очень часто именно логика санкционной интровертии. Просто потому что сама логика построения системы, она очень хорошо соответствует вот этой абстрактной логической логике. На первом месте, когда система большая, разветвленная, вот как мы работали с Андреем Газпромом, там было 30 предприятий, чего там только не было, и строительство, и сервис, и зимние дороги, капитальное строительство, собственно, добыча, транспортировка, да, это энергетика. То есть огромное, огромнейшее хозяйство, там этих замов генерального было 13 человек, чертовы родители. Потом немножко подсократили, но тем не менее там 11. Вот. То есть гигантское колоссальное хозяйство, и вот все это охватывалось вот системно. Есть у нас логика вторая. Это изобретатель Дон Кихот или Маршал Жуков. То у нас уже возникает ситуативность, вектор ситуации без глобальности. И по белой логике, прагматике решается задача здесь и сейчас. Вот пришла какая-то идея, сенсорная или интуитивная, дальше она оформляется в какое-то логическое продолжение. То есть
логический вывод. То есть либо людей надо расставить, если это управленческое решение, либо логически обосновать то, что ты хочешь сделать. То есть это некий логический вывод. Тут, скажем, ученый придумал какую-то идею, он ее выразил в логической форме, что записал форму. И идея материализовалась. То есть она превратилась в некую математическую формулу, как у Эйнштейна, например. То есть идея формулы, эта формула уже описывает какую-то вот эту идею. Но характерна вот черта, что функция творческая, поэтому, скажем, если уже идея родилась по первой функции у маршала или изобретателя, то он ее построит не так, как это. То есть он может дать по вот, творческой функции несколько логических обоснований, чего угодно. Просто потому что можно таким путем пойти обосновать, можно таким путем обосновать. Если мне скажут, что вот так нельзя, он другим путем обосновит. То есть это в любом случае, то есть вот это, да, вот это гибкость. Гибкость второй функции как инструмента, ну вот обоснование там, например, вот эта формула, это может быть пояснительная записка, это может быть, вот, скажем, какой-то аналитический отчет, да, доказательство чего-то, там, скажем, обоснование необходимости выделения средств для такого-то, да? То есть это все тоже некие логические такие моменты. У меня вопрос. Да? Александр Ильич, а если эта функция находится в первом месте, на первом месте, то уже так творчески ею человек не сможет воспользоваться, потому что он найдет какие-то ограничивающие факторы глобальные, которые находятся в глобальной векторе. Скорее, да, вот с точки зрения глобальности, это как с высоты птичьего полета, он не будет сильно напрягаться по итогу. Для него это не имеет значения, влево пойти или вправо. Там обоснование совсем другого плана. Там не обоснование, там просто такая целостная система, что там оно не обоснуется, оно просто постулирует. Ну, как бы излагает, да? Здесь у нас такая идея или мотив, и мы его обосновываем потому-то. А здесь сразу исходят из этой глобальной упорядоченности. Из того, что у нас такая система, мы должны сделать то-то. Вот. Порядок силой, например. Логика мира приводит к такой идее, к конкретной точке. И здесь рождается конструкция, а здесь рождается какое-то управленческое решение или творческое, сенсорное решение. Потому что это могут быть не только управленцы, там могут быть и те же скульпторы, те же врачи, например. Почему нет? Хирурги, например, да, тем понятно. Вот, кстати, о массаже. Тоже интересно, что массаж уже любят делать белые сенсорики, особенно по второй функции. А вот, скажем, хирургия – это прерогатива болевых сенсориков. Ну, по причине того, что там надо лезть, да, там вскрывать, и все это, конечно, болевая сенсорика. Очень много хирургов, врачей такого профиля среди Жуковых, Горьких, Драйзеров и так далее. И вот всего такого. А вот тогда ковидная практика, там сочетается, там белые сенсорики, и инвиты есть, и кого там только нет, даже гексы бывают. Особенно, если речь идет о космической медицине, то... Космическая, ну да. Белая сенсорика соединенных шмот. Да, значит, нормированная логическая функция. Это хранитель или заразитель. И бумага. Значит, опять-таки, очень хорошо усваивает логические нормы,
есть определенный опыт решения ряда логических проблем, задач, и все, тоже форматы математики. Очень хороший пример, кто помнит приключения Буратино в фильме, когда Мальвина объясняла Буратино правила математики через таблички. Вот некто дал вам яблоко, да? У вас яблоко, потом некто взял у вас яблоко, да? Значит, это я не отдам яблоко, хоть он делить. Там такое обсуждение по прямой сенсории, конечно, просто. А на ответы нарушение логических. Да, математика из вас не выйдет. Значит, мы вас накажем. Дальше идет наказание хранителя, как сенсорное. Артемон, отправьте Буратино пчела. Помните? То есть, не нарушать правила. И вообще, вот для людей этого типа особенно. Для них иногда бывает, если вы прислушаетесь к их речи, когда они излагают такой вопрос, который достаточно такой известный, для них известный, у них появляется такой немножко тактический тон, они говорят, во-первых, во-вторых, в-третьих. Так работает ролевая функция нормированная, что она как бы упорядочивает эти. Волга впадает в кости из кормой, лошадь. То есть третья функция — это функция банальности, которая произносится уверенным тоном. То есть волк попадает в кости из кормой, лошадь кушает тогда сено. Во-первых, будет завтрак, во-вторых, будет обед, в-третьих, будет ужин. Ну и так далее. То есть, очень часто эти люди работают учителями. По понятной причине, они хорошие педагоги, они нормированно излагают учебный материал, всю математику. Проблемы у них бывают когда? Когда у них попадаются дети с многомерной логикой. Далеко ходить не надо, наш сын успеет. У него учитель, ученица в третьем классе, да? В третьем? В гимназии. Что ты хочешь рассказать? 149-я. А, нет, когда в состоянии Достоевский. В четвертом. Значит, в четвертом уроке смерок появляется учительница математики гуманитов. Естественно, она их учит математике, как решать какие-то задачи, там, сложение, умножение, деление и прочее. И просит решить какую-то задачу. А он ее решает, когда так, как она предлагает, иногда совершенно по-своему, иногда просто в уме. Выдает результат, без всяких промежуточных вычислений. Реакция. Ты неправильно решаешь. Почему неправильно? А ты правильно. Нет, ты неправильно решаешь, а ты зря решаешь. Он решает так, как я тебя спрашиваю. И между ними начинается этот притягивание камеры. Раз, два, три. Все, счете доходит до Олимпийского собрания, что там может. Вот там такой, всякой. Нельзя достичь конфликт, но вот получение недовольства, на самом деле это деловые отношения, но вот получение недовольства, оно имеет место быть, потому что он иногда решает задачи так, а решить не может. Если это то, что он на учителя, а у школе. В силу многоценности. А иногда он просто задачу, он говорит, получится стоп. И все. Он сам не может анализировать свой результат. Он просто щелкнул компьютер и выдал. Конечное число, или конечное это. И он, что ты сделаешь, да? То есть никакая педагогика в этом смысле двумерная не работает. В принципе, тут ситуация понятная, что люди тоже всю жизнь учатся каким-то вещам. В нашей сфере, в нашей жизни очень много нормированных вещей, то есть всякая офисная жизнь, работа с документами, бухгалтерия, это все. Все работает в любой нормированной логике. Вот типичная бухгалтерия,
например, на севере, это несколько гуманистов во главе с хранителем. Крайне слышно через политика. То есть, потому что сенсорик, он все-таки выбивается наверх, он оказывается руководителем, а 3-4-5 интуитов с травмированной логикой сидят и, значит, забивают эти ведомости, ну, разбираются в зарплаты и прочее. Почему налево? А потому что никакого вольности там нет, все жестко предусмотрено инструкциями. И вот люди работают и все. Ну и, наконец, четвертая функция. Логика у нас одномерная. Это политик или цезарь, или заказчик. Но ситуация тут понятно, что тоже форма защиты этой функции. Пытается изучать математику. В детстве люди, некоторые даже считают, что они достигли каких-то успехов. Но, как сказал один политик, я считал, что я крутой математик, пока не начал заниматься бизнесом. Но понял, что продажи у меня идут гораздо лучше. Вот закончил, я что. Да, то есть такой вариант. Ну и, конечно же, когда человека увеличишь математичность, то он приходит не то чтобы в замешательство, а может быть. Но вот с политиком лучше этого не делать. Потому что, учитывая его первую функцию, это может вызвать просто приступ агрессии. И в зависимости от степени воспитанности, там может дойти дело до глубокого.